дорогие друзья! Сегодня я записываю очередное видео. Значит, оно будет посвящено китайскому языку. Китайскому языку можете расценивать это как некую промо-акцию, но на самом деле задумывалось это иначе. Дело в том, что вот уже месяц, как не стало моей мамы на земле, и я бы хотел поделиться с вами тем уроком, который она дала мне. Он такой очень прагматический, простой и понятный. Дело в том, что именно моя мама дала мне направление именно на востоковедение. То есть, в общем, было понятно, что я буду поступать куда-то на гуманитарную специальность. Об этом свидетельствовало уже и то, что я на Всероссийской олимпиаде по истории участвовал. Вот, призовое место я не взял, но где-то там место, по-моему, 11 из 110 участников у меня было. В принципе, неплохо. Вот, и я как раз, имея уже общее представление о том, куда идти, от мамани получил настоятельную рекомендацию двинуться в направлении Китая и поступил на Новосибирское востоковедение, вот, которое закончил. И сейчас, в общем, продолжаю свой путь в этом направлении. Можете за меня так предварительно, осторожно порадоваться. Дело в том, что, по крайней мере, как мне сказало высокое начальство, на октябрь, начало октября, вероятно, мне могут поставить защиту докторской. Напоминаю, кто не знает, докторская висит на сайте с мая. С ней там можно ознакомиться на сайте Ранхикса. Вот. Ну, а защита ее вот вроде как на октябрь может быть, что, конечно, хорошо. К сожалению, мама этого на земле не увидит, но все так, как оно есть, ничего не поделаешь. Так вот, возвращаемся к китайскому. И действительно, я сейчас понимаю, ну, я это понимал, понял не только сейчас, да, заблаговременно, конечно, но сейчас делюсь с вами, что в современном мире, а особенно после небезызвестных событий 24 февраля текущего года, когда Россия, в общем, в том числе окончательно так повернула на, в том числе, восточный вектор развития, китайский язык стал чрезвычайно востребованным. Я никогда не являлся, чтобы вы понимали, каким-то сильно полиглотом или любителем учить языки ради процесса. Потому что, ну, я не такой, да. Это не значит, что плохо учить языки из интереса. Это прекрасно, это развивает голову, это здорово, это заслуживает всяческого уважения. Хоть какой-нибудь язык суоми или урду учите, это нормально и здорово. Но я всегда учил языки, ну, китайский, из соображений вполне прагматических. И действительно, китайский язык мне помогал и в научной работе, потому что, ну, многое из того, что в мои кандидатские, а потом докторские диссертации вошли, это, в общем, информация была взята из китайских источников и исследовательской литературы. А с другой стороны, конечно, преподавание китайского, оно меня не раз в жизни выручало. Вот, и сейчас, помимо того, что оно мне позволило поработать в Севастополе, да, в филиале МГУ и в Севастопольском государственном университете, кроме этого, я еще, например, иногда, ну, этим летом, с помощью китайского даже занимаюсь благотворительностью. Но я об этом уже рассказывал. Вот, поэтому китайский язык – это хорошо, друзья мои. Сейчас он востребован, особенно если вы находитесь в Сибири, на Дальнем Востоке, там с этим делом получше, ну, в смысле, с источниками изучения. А в европейской части страны, уж тем более в Крыму, это дело такое довольно пока только начинающее развиваться. И китайский язык, что характерно, он делится на, ну, ряд ступеней современных, самими китайцами выделенными, называется HSK, ну, это квалификационный экзамен, всего 6 уровней. Ну вот, по опыту могу сказать, что если заниматься 2, а лучше 3 раза в неделю, ну, 2, так сказать, проходить материал, а на 3 закреплением заниматься, можно сделать за год 3 уровень. 3 уровень – это 600 слов, это уже, в общем, беседы
достаточно обстоятельные на китайском языке. Ну, плюс к тому, вы еще можете в рамках третьего HSK уже даже подавать на некоторые подготовительные курсы в китайские вузы. Конечно, учиться поступить не можете, но вот вы можете туда приехать, доучиться там до 4-5 и дальше уже в путь. Вот. Третий уровень, он достижим, ну, при условии выполнения домашних заданий и так далее, за год. Что касается первой ступени, вот я уже два раза это обкатывал. Сначала в Севастопольском госуниверситете, потом с группой из Приднестровья. За 16 пар, ну, за 32 часа, можно вырулить на такой первый детский уровень. YCT такой есть для детей. Там чуть меньше слов, чем в первом HSK. Первый HSK 150 слов. Так вот, но с сознанием всего словарного минимума первого HSK. Вот. То есть уверенно решать детский вариант, зная всю лексику взрослого. Ну и, в принципе, решая взрослый, может быть, не на максимальный балл. Но это самый первый уровень. Вот. Поэтому вот такие перспективы. Ну, какая-то профессиональная возможность использования китайского начинается примерно от третьего HSK. Но это год. Год учебы. Причем такой не супер плотный, потому что, ну, я учил китайский, у нас было 7 пар в неделю, то есть 14 часов. Я же с вами говорю о 2-3 парах, да, то есть о 4-6 часах. Поэтому китайский язык, я тому живое доказательство, это довольно хорошее подспорье в жизни. Особенно если у вас есть сильный английский, вы можете найти себя. Если вы занимаетесь какой-нибудь международной экономикой и отношениями, то не лишним будет знать китайский, ну, потому что все-таки Китай — это и важный актор международных отношений, также это и экономический, собственно, крупнейшая экономика мира по паритету покупательной способности. Вот. Ну и если вы занимаетесь историей, археологией, то тут сам Бог велел, потому что, ну, поверьте, в Китае много есть чего, даже, ну, со скифами более-менее понятно, да, там, кочевниками, но поверьте, там и византийских монет хватает. Вот, поэтому, друзья, китайский язык — это хорошо, можете в нем разбираться, можете обращаться при этом ко мне. Вот, я при всем вышесказанном стараюсь не задирать цены, вот, как некоторые, к сожалению. Вот так, друзья, надеюсь, что у вас все получится в жизни. Китайский — это лишь один из способов добиться успеха. Спасибо вам за внимание.